Физкульт, привет, друзья и ученики! Часто очень встречаю в своих комментариях под видео, под статьями такие комментарии. Люди пишут, вот вы пишете и говорите, что нужно делать так, другой человек пишет, что нужно делать так, как быть, кого слушать. Поначалу, скажу откровенно, меня это немножечко как-то удивляло, даже раздражало, может быть, где-то. Но потом я задумался и поставил себя на место действительно человека, который находится по ту сторону экрана и который не очень хорошо знаком, либо вообще не знаком ни с анатомией, ни физиологией, ни с методологией. В принципе, который просто живет, хочет заниматься для здоровья, либо для какого-нибудь, может быть, результата, и смотрит того блогера, другого блогера, а еще у многих начинаются действительно расхождения. Хотя, как сейчас мне пишут, что большинство блогеров сейчас как-то приходят к одному мнению, и все советы примерно одинаковые. Я стал задумываться, ведь не просто так человек действительно пишет такие комментарии. И ладно бы, если это был единичный комментарий. Нет, вы сами, кто смотрит мой канал, видите, что таких комментариев действительно очень много. Я решил посвятить несколько дней изучению материала других блогеров. В основном я слушал Леонида Егорова с канала «Реальный культуризм» и смотрел другого заслуженного пожилого тренера Алексея Алексеевича, по-моему. Я думаю, что большинство из вас знает их. Но смотрел я не методологические ролики, где объясняется та или иная техника или методика, а слушал в основном рассуждения, когда человек либо отвечает на вопросы в прямом эфире, либо просто рассуждает на ту или иную тему. Мне это было гораздо интереснее. К сожалению, мы когда-то с Леонидом немножечко столкнулись лбами относительно одного упражнения румынской тяги, правильно ли ее делать на прямых ногах полностью или неправильно. Моя точка зрения, что так делать категорически нельзя никогда и никому, если он хочет сохранять поясничный отдел позвоночника здоровым. Леонид придерживается другой точки зрения, говорит, что он всю жизнь это делает, что делают его ученики, ему действительно уже прилично лет, он заслуживает уважение, по крайней мере, только за то, что действительно хорошо выглядит в таком возрасте, не бросает тренировки. И после этого мы перестали общаться, почему-то он настроен очень негативно по отношению ко мне, но я понимаю почему. И когда ему задают вопросы, он отвечает не совсем корректно по отношению ко мне, потому что говорит, к примеру, что у меня нет опыта в натуральном тренинге, хотя за почти 30 лет моего тренинга я процентов 90, если не больше, тренировался натурально. Я не скрываю, да, что сейчас мне уже 42 года, и я использую некоторые препараты, но больше именно для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Вся Европа, вся Америка использует препараты тестостерона для мужчин, потому что это здоровье. Естественно, что большие дозы любого лекарства и вообще любого вещества, как говорила Авиценна, большая доза яд, маленькая доза лекарства. Примерно так. Точно сейчас не воспроизведу. Но это некорректно по отношению ко мне или по отношению к кому-то другому, когда тот или иной блогер, совершенно не зная, кто что советует, говорит, что этот человек ни в чем не разбирается. Поэтому, в принципе, если вы смотрите этот ролик, то я бы с удовольствием провел прямой эфир, где бы пообщался с Леонидом и с Алексеем в прямом эфире на темы натурального тренинга, и где мы бы увидели, что на самом деле мы не так сильно отличаемся. Я посмотрел ролики Леонида, и в основном процентов на 90 все наши советы, рекомендации, они схожи, они похожи. Потому что действительно большой опыт натурального тренинга. Единственное, с чем я не согласен категорически, это с тем, что Леонид советует тренироваться в отказ. Еще и не только в одном подходе упражнения, а как я слышал, даже доводить три
рабочих подхода в одном упражнении в отказ, на мой взгляд, это убьет натурала, да это убьет даже любого химика. Если я правильно его понимаю, опять-таки, поэтому хорошо бы встретиться нам на канале, можно у него, можно на канале у Алексея. Я не претендую, чтобы это было у меня на канале, я не гонюсь за подписчиками, хотя это очень приятно, когда их много, не скрою. И, как мне кажется, в основном все равно мы делаем эти наши ролики, пишем статьи, книги для того, чтобы вы имели возможность, благодаря нашему практическому опыту, получать те или иные знания. И когда вы смотрите других блогеров, действительно получается такая ситуация, что непонятно кому верить. Я говорю одно, другой говорит другое, третий третье. И все мы утверждаем вам, в принципе, что то, о чем мы говорим, это единственное правильное. Я не уверен, что это действительно так и есть. Хотя я настаиваю, что то, о чем говорю я вам, работает. Потому что это я вижу, работает уже не на одной сотне моих учеников и тех, кто тренируется по моим советам и рекомендациям. Но я уверен, что то же самое скажет любой другой блогер, любой другой тренер. Я задумывался о том, чтобы сделать, и меня часто просят сделать такой ролик, кого нужно смотреть, кого нужно слушать. Друзья, слушать, смотреть нужно всех, но прислушиваться нужно к своему здравому смыслу. Я всегда стараюсь и рекомендую вам не брать на веру ничего, а пропускать все через призму логики. Но как показала практика, особенно когда смотришь других блогеров, у каждого своя логика. И я не говорю сейчас о каналах таких типа Варгуша, других говноканалах или группах в соцсетях типа ГКНК. На мой взгляд, на такие каналы и группы подписаны только убогие люди, которым нравится вот копаться в чужом дерьме, которые надо, чтобы человек собирал дерьмо, выплескивал его через экран этим убогим людям, они его ели. И вот у них такой симбиоз, потому что одним людям необходимо дерьмо, а другие люди любят собирать везде дерьмо. И они, и те, кто с одной стороны экрана, и те, кто смотрит это с другой стороны экрана, они все, по идее, всегда живут, едят и выплескивают в мир дерьмо. На мой взгляд, это не жизнь. И зачем так жить? Зачем вообще тратить свое время на то, чтобы смотреть такое дерьмо? Я не понимаю. Есть такой блогер Виталий Дан. Я его часто смотрю, его новые ролики, где он рассуждает больше не на темы бодибилдинга. Потому что я удивлен, что человек, живя в такой стране, имеет такие радикальные взгляды. Но он рассуждает грамотно, и видно, что у него достаточно серого вещества. Человек очень здраво на самом деле рассуждает. Хотя я бы не покупал у него, не приобретал бы, не рекомендовал бы программы тренинга. Но опять-таки это мое субъективное мнение, потому что, смотря и слушая то, о чем он говорит, я понимаю, что в основном большую часть своего времени он тренируется ненатурально. И те рекомендации, которые он дает очень часто, не соответствуют тем убеждениям и практическому опыту, который прошел я сам. Поэтому, друзья, давайте действительно, возможно, находить тех блогеров, грамотных людей, которые готовы встречаться и обсуждать. Но не так, как это делает Стас Кукоцкий, который опять-таки все пытается превратить в хайп. Нет, это никому не нужно. И я согласен с тем же Леонидом, который говорит о том, что вот все эти зарубы, я об этом тоже часто говорю, полная хрень. Она никому не нужна. Конечно, малолетки смотрят, малолетки мотивируются, опять-таки на момент только просмотра этого ролика, но дальше протирание штанов это все равно не уйдет. Я надеюсь, что зрители моего канала, зрители большинства других каналов, все же здравомыслящие взрослые люди, которые хотят получать пользу от просмотра того или иного материала. Хотя, откровенно говоря,
Я сам настолько иногда устаю психически от изучения нового материала, что приходится смотреть на YouTube, телевизор я уже давно не смотрю, новости тем более, приходится фильтровать. И смотрю что-нибудь просто для того, чтобы вечером расслабиться, посмеяться с женой. Мы любим посмотреть, к примеру, «Что, где, когда». Там не сильно посмеешься, но передача довольно-таки интеллектуальная. Иногда смотрим КВН. Люблю смотреть канал «Рассмеши комика», и взрослые, и дети. В общем, что-нибудь такое. Иногда смотрим «Висос хорошо». Хотя, в принципе, все ролики, которые там показываются, они уже широко известны в интернете. О чем же сегодняшний смысл видео? Просто я хочу сказать, друзья, что я тоже пытаюсь понять, пытаюсь поставить себя на ваше место. Именно поэтому я стараюсь как можно больше писать статей. Сейчас работаю над книгами. Есть книга отдельно для мужчин, есть книга отдельно для женщин. Сейчас работаю над книгой о здоровой спине. Все, кто хочет приобрести эти книги, может писать мне в личку ВКонтакте. Я отвечу, как это сделать. Каждая книга стоит всего $25, но это уникальная информация, которую вы больше нигде не найдете, о начале тренинга и для парней, и для девушек. Примерно на 2 года вы будете точно иметь план, как питаться, как тренироваться, что делать и чего конкретно не делать.